Доброе утро, мальчики и девочки. Привет, ребята. Елисей, кто вот у тебя в ладошке прячется? Знакомьтесь, мальчик Спальчик, герой русской народной сказки. А я ее знаю. Там бабка нашла в капусте маленького мальчика. Интересная сказка. Давай ее почитаем. С удовольствием. Сундучок, яви нам чудо, волшебство пусть будет всюду, дивным светом озари, детям сказку подари. Вот, кстати, и она. Что ж, сказка начинается. Жил-был старик со старухой. Раз старуха рубила капусту и вдруг услышала, кто-то плачет. Развернула капустный лист и увидела мальчика ростом с пальчик. Удивилась старуха. Ты кто таков? А я твой сынок, мальчик с пальчик. А где мой батюшка? Рассказала старуха мальчику, что старик в поле землю пашет. О, я тоже в поле пойду, помогать ему стану. И пришел он на пашню. Здравствуй, батюшка! Здравствуй! Батюшка! О чудо! Голос слышу, а никого не вижу. Кто таков, говорит со мной? Ха! Я твой сынок. Пришел тебе помогать землю пахать. Садись, батюшка, поешь да отдохни маленько. Обрадовался старик, сел обедать, а мальчик с пальчик залез в ухо лошади и стал пахать, а отцу наказал. Коли кто будет торговать меня, продавай смело, не пропаду, назад домой вернусь. Вот едет мимо барин и дивуется. Конь идет, захапашет, а человека рядом нет. Удивился барин, а старик ему говорит: так это у меня сын пашет. Продай мне его, просит барин, а старик отказывается. Долго упирался, только за 1000 рублей исторговались. Взял барин мальчика, посадил в карман и поехал домой. А мальчик с пальчик прогрыз дыру в кармане и ушел от барина. А дорога-то до дома длинная-длинная. Шел, шел мальчик, и настигла его темная ночь. Спрятался он подле самой дороги и уснул. И тут на беду бежал мимо голодный волк. Учуял мальчика и проглотил целиком. А мальчик в волчьем брюхе не растерялся. Только волк заприметит, что пастух задремал, и начнет к овечьему стаду подкрадываться. Мальчик с пальчик, как закричит во все горло: спишь, а волк овцу тащит. Плохо пришлось серому. Пастух с дубиной – это еще полбеды. А вот собаки, как начнут его рвать, только клочья летят. Совсем волк оттащал с голоду. Просит он мальчика: вылези! Довези меня домой к отцу и матери, тогда вылезу. Делать нечего. Побежал волк в деревню и прямо к старику в избу. Мальчик с пальчик тотчас из волчьего брюха вылез. Бейте волка, бейте серого! На, на, на! Схватили старик кочергу. Старуха, ухват! И давай волка бить! Он еле ноги унес. Да уж! Больше он в этой сказке точно не появится! А вот в других сказках мы еще с волком обязательно встретимся. Так что до новых волшебных встреч в гостях у сказки из сундучка.